Let Go, компания, которая делает вот такие вот диодные полы. Наверное, один из самых лучших полов, которые я видел. Фишка в чем, что, во-первых, не видно шва, потому что на диоды кладется сверху стекло, и шов практически минимальный. А, тоже сенсорный, то есть когда мы по нему ходим, он полностью реагирует. Реагирует хорошо, светит тоже хорошо. А, также нужно заметить, что этот пол может выдержать спокойно машину, даже больше. Потому что не каждые полы, такие светодиодные, могут выдерживать какую-то большую нагрузку. Но вот этот вот пол, как они говорят, может выдержать там несколько машин вообще без проблем. И она говорит, что есть такой кейс, где японцы купили просто этот диодный пол для то ли автосалона, то ли какого-то автошоу, и постоянно его гоняют. Вот. Здесь вот у них есть разные проекты, которые они делали. Это диодный экран, я не просто, это не пол. Наверху ничего нет. Все трекаются с помощью каждого модуля. Также у них еще есть другой вариант пола. Это таким белым напылением, когда экран выключен, белый пол просто становится. Когда что-то подсвечивает, соответственно, появляется картинка.